my brother Sierp Stuszek. Это было так забвенно. Но вышел доктор со словами: в больницу тебе придется сегодня ложиться. Но я не унываю, жив тебя. Поехал за твоими вещами. Ты написала список, что тебе привезти. И на утро я уже с цветами. Я захожу в палату и вижу под картину. Повернувшись и увидав меня, ты тогда не садах. Нет, давай помедленнее, с этого момента. Но ты не можешь это сделать, ведь у тебя тяжеленный гипс, и все благодаря одному лифту на всю больницу. Объясняешь мне, что ты оступилась, хотел. Ну это просто песня такая, знаешь. Хотел отмахнуться рукой, но очень жестко обошелся я с тобой. Упала ты на холодный пол. И сломала ребра, но я не унывал, и уложив тебя, поехал за твоими вещами. Ты написала список, что тебе привезти, и на утро я уже не приехал.